мне все это, ложку положить, вот так вот. Может, ты будешь со мной вместе? Будем встречаться. Где ты со мной ходишь? Что, ребятки, привет. Мы едем на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Пока есть время, решил повести прямой эфир, пообщаться с вами днем. Не ночью, как я это обычно делаю, а днем. Светлана, привет. Очень ярко светит солнце. На улице прекрасная погода. Мандаринка, Амани присоединился. Том 2, Морозовы, все присоединяются к нам. Ничего себе. Так, ну что? Привет, привет. Со мной вон такие две красотки. Юля Белая, Вика Ди. Кто у нас сзади? Илюха Подобрей, Никитос Рудаков. Привет, привет, привет. Евгения Александровна, Юлия Шакирова, всем привет. Так, ты похож на главаря белых ходоков. А, что за белые ходоки? Расскажите мне, кто такие. О, Кристина Кукушкина, привет, Кристи. Привет, привет, ребятки. Гульнара, здрасте. Здрасте, еще для тех, кто не понял, мы едем на съемке шоу «Бородина против Бузовой». Есть 15-20 минут, давайте поболтаем. Ага. Так. Соединилась тут интересная собеседница. Сейчас мы выйдем с ней вместе в прямой эфир. Так. Она появится. А что это? Да, телефоны. Вот так мы сядем. Не знаю. Да. А я тебя не вижу. Подключение у меня пишет. Пытаемся вывести собеседника ко мне в прямой эфир дополнительно. Собеседник. Все-таки выйдешь, да? Ну, ладно, вечером вместе прямой эфир проведем, да? Не знаю. Так, ну, давайте, что вы скажете по поводу этой красотки? Да, вот согласитесь же, красотка. Так, Козлова Маша спрашивает, на остров уже кого-нибудь отправили? Нет, пока не отправили сегодня. Ёпт, вы крутая пара. Спасибо, ребят, спасибо. Сзади у нас там Илюша Подобрей, он Никита Рудаков. Он сегодня в настроении просто. Так, пишет, вы вместе. Сидим вместе. Так, так, так. Сидим. Да, по рукам, по рукам, по рукам. А, еще. Ага, все. Так, сколько ей лет, спрашивают. Можно отвечать? А сколько вам дадите? Да, сколько дадите лет? Давайте по ваши предположения. Так, спрашивают, когда вы объявите себя парой? В следующей жизни, когда я стану кошкой. Да, понимаете, как мне тяжело приходится? Но это вообще ерунда. Я готов добиваться эти намеченные цели, и это все плевое. Так, Тарат Торкин присоединился. Привет, ребят. Ребята. Да, куда мы собрались? Ой, детки, конфетки. Мы едем на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Сегодня у нас островной разбор, поэтому я только заметил, а? Сидел, фак показывал все. Фак? Да, фак показывал. Фак? Да, он там сидел вот так вот. Смотри. Да, о, Крым присоединился. Танюша, привет, родственники мои. Так, старые солнышки парни, но не такие старые. Так, старые. Она пишет, Никитос, ты красивый. Спасибо. Никитос, ты красивый. Евгения Александровна написала. Спасибо. Что ты красивый. Потом. Тань, как дела, Тань? Отлично все. Вот видишь, я в какой прекрасной компании. А что вы спрашиваете, почему Никита один? Потому что Никита там, а Алина здесь. Вот она сидит. Они просто решили сегодня на разных сиденьях поехать. По отдельности. Поэтому он едет один. Так, кого на острове разбирать будут? Через неделю узнаете, мы-то узнаем только когда приедем на съемки, а вы узнаете это через неделю. Как солнечно у нас, да, сегодня вообще отличная погода. Привет. Привет, Никита. Да, Никита, тебе передают огромный привет. Я с Якимова. О, Танюха, здорово, 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 здорово. Все. Так,
Танюха, привет, шприц тебе в ухо, зайка моя. Баба моя, ты хорошая. Зайка, привет, как дела? Привет, Артуру тоже, Танюха, передавай огромный привет. А другая Татьяна из Владимира, ты получила вопрос, как у тебя дела? Мы ждем ответа. Ребята, привет из Челябинска. Челябинск, вам огромнейший привет. Как у вас погода? Середкина Мария. Ребятки, всем привет, вы присоединяетесь к нашему прямому эфиру. Что там, Юрка, пока да? Никитос, скажи пару слов. Ну, пошли все, как обычно. Идите, работайте, бля, что вы смотрите? Вот, видите, вам посыл такой идет. Идите, работайте. Смотри, нас поковырялся, успели мы это снять. Вон мама смотрит. Казю. Так, ты себе котельки не раскидывайся. Так, минус 7 в Челябе. Я наконец-то свободна, можете меня поздравить. Ну, наконец-то ты рассталась с этим ублюдком, Таня. Подожди, я наконец свободна от работы. Наконец, так, подобрее молчит, как обычно, это его фишечка, и у него фишечка еще брови, Илюх, покажи брови, ага, так, показать Никитоса, вот Никитос, он пытается спрятаться, когда его показывают, так, Татьяна Якимова спрашивает, как мой Илюша, он только бровями отвечает, Танюх. Бро, тебя куда везут? Ребят, мы едем еще раз, говорю, на съемки шоу «Бородина против Бузовой». Да, сегодня у нас островной разбор. Да, Нижний скучает. Мы обязательно его навестим. Кстати, я в Нижнем буду 7 числа, так что давайте устроим фан-встречу. Детки-конфетки. Так, я думал в Турцию в плен. Ага. Турцию нас не заберут, в плен тоже не возьмут. Так, кто пишет нам? Рудаков. А, кстати, твой брат пишет. Здорово, здорово. Кстати, смотрел, где я был. О, красавчик, красавчик. Краснодар на связи. Краснодар, привет. Так, Барса. Барса, здорово. О, Евген присоединился. Здорово, братец. Так, приезжайте в Челябинск. Ребята, обязательно приедем в Челябинск. Скоро проедемся по всем городам России. У нас будет концертный тур. Она будет танцевать. А я буду вам... Хренушки! Хренушки! Точно хренушки? Точно. Юль. Что, как у тебя настроение? Как дела? О, смотрите, какая у нас красавица. Юлия Белая. Ты следи, чтобы мы машину... Не можно вообще просто молчать. Молчать. Не, можно молчать. Давайте, ребят, напишем, накидаем всяких... красивых слов для... Бекусик мой, пупсик. Красив, если да. Что, это я. Комплиментов накидайте вот этим двум девочкам, чтобы они... Так, солнце, звезда у нас уже была. Так, не понял я. Так, а где Ромашов? Ромашов едет в соседней машине. Он не с нами, он там, в соседней. Так. Юле привет. Юле передают огромный привет. Да, вам всем тоже привет. А, Руслан красавчик. От души. Спасибо, спасибо, спасибо. Блин, Танюх, ну не в красоте же дело, понимаешь, а все, что делаю здесь. Как говорит у нас один знакомый, ну, не должен быть красивым. Он должен биться за свою женщину. Крым, у вас там как погода? Барса, как погода? Как настроение? Кстати, Диман, смотрю твои сторис, вижу, что настроение у вас там поднимается с каждым днем все больше и больше, выше и выше. Так, пишут, что вы очень божественный и восхитительный. Да, им очень приятно, спасибо. О, в Барсе. Не поспоришь. Просто Ди набери. У тебя первые две буквы вместе. Это 100%. Да, я без соплинка. Ага, конечно.
Вы офигенные. Ну, ребят, спасибо большое. Очень приятно. Так, Крым 15, 20, 19. Привет из Чебоксар. Чебоксары, вам тоже огромный привет. Так. Давай в Чебу закинем приветик. Всем фото, привет, ребят. Чего мы сейчас, ребят, я вам покажу, что ли? Что за окном у нас? Ну, Танюк, с твоим утверждением я бы не согласился. Работаем над этим. Так, знакомые лица вижу у тебя в комментариях. Да, 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 да. Все знакомые лица у меня в комментариях. Так, Любаш Массаж, привет, привет. Рад, что вы присоединились. Сокол 80 тысяч. Привет, Дима, Митя. Мне мама закидывает фотки просто в канал сейчас. Да. Видите, как только нам выдают в руки телефоны, они все просто теряются. Их сразу и никого не вытащить. Что, он Илюха Подобрее в телефоне вечно сидит? Что, он Никитос? Так, Юльке привет. Ирочка 867, заселяться с Викой не хотите? Очень, очень, очень. Да. Но она не заселится со мной никогда. Это такая история, проект. Проектная история вот сидит. Да, так и есть. О, Катюха присоединилась. Катюш, привет, привет. Спроси у Ильи, он хочет, скучает по мне. Илюх, Таня спрашивает, ты скучаешь по ней? Сейчас, Танюх, я тебе позвоню, хватит сидеть у него там. Да, скучает. Танюх, не слушай ее, эту девочку, а я тебе сейчас позвоню и все расскажу. Вика тебе перезвонит. Смотрю, тебя там совсем засосало. Ну, что делать? Алло. Тогда все хорошо. Почему бы не засосало-то? О, Валя Арсенова. Привет, привет, привет. Как ты долетела до дома нормально? Валя, ты представляешь, что было вчера? К тебе пришел молодой человек. Ты только днем ушла, а вечером к тебе пришел Валя. Валюха, Валюха. Так, как относишься к таким, как барыш? Ребята, какой барыш? Мне хочется вам задать вопрос. Нормальный парень. А что пишет? Руслан, там не строит отношения. Он хайпится там просто. Ага, Таня, конечно, похайпишься. Хайпы и так без этого проекта. Да? Нормально. Не, за отношениями. И надеюсь, надеюсь. Да. Все, все получится. Валь, вообще необычный чувак такой. Да. Поэтому он бы тебе понравился. Надо было посмотреть. Но он остался. Так, Русь, у меня экзамен. О, Тань, ты на вождение ведь сдаешь завтра, да? Там, ни гвоздя, ни жезла тебе, как говорится. Ну, слушайте, ребят, по поводу Никиты Барышева я ничего ждать не буду, потому что лично не знаю, я его знаю как парня на проекте. Про его ориентацию, честно, это не в моем ведении. Но вы же понимаете, что на нашем проекте все находятся гетероориентированные. Иначе не пошла бы тема вообще, она запрещена. Так, Руслан, как ты решил сюда пойти? Так, первое, ты перестал ко мне приходить тренироваться. Я думаю, что делать? Пойду на проект. Пришел на проект.
Таня, ты не бойся. Ну, на самом деле, ничего страшного в этом нет. Просто сосредоточься. Еще раз прогони билеты все. Что пишут? Глотаешь. Странный комментарий. Конечно. Так, вот Танюха Черно присоединилась. Танюш, привет. Кстати, вон Татьяна Черно, это сестра Саши Черно. Так что заходите к ней. Вот она. Вот здесь вот пока у нас не играет. Да, Санина сестра. Да, правильно, совершенно верно подметили. Сашина сестра. Скоро вы видите ее в эфире. Тоже посмотрите. Так, ну что, ребятки, мы уже приехали на место дислокации, на место съемок, поэтому все, всех обнял, поднял, заплакал. Поеду обратно. Да, иногда люди пишут такие комментарии интересные. Ну ладно. Все, ребят, давайте мы заканчиваем прямой эфир, закончим съемки. Я вам расскажу, как все прошло на обратном пути. Все, до встречи. Спасибо.